Привет всем из Дортмунда. Наш рейс задержали, поэтому уже 10 часов вечера. Ну, точнее, здесь 9:15, украинское время уже больше 10. Мы сейчас в аэропорту, и нам еще нужно добраться до наших апартаментов. Нас разбудили эти звуки, а на самом деле сейчас очень рано. Я сейчас в ванной и снимаю вам вот такой вид на внутренний двор. Да, в ванной у нас есть окно большое. Вот оно какое. Всем привет! Покажу наши апартаменты. Мне они очень понравились, потому что просторно, все есть. И оказалось, что даже на фотографиях, когда мы бронировали, было немножко хуже. Не знаю, как так получилось. Здесь большое зеркало, а в прихожей вешалки и есть калошница для обуви. А, кстати, очень компактная, мне понравилась. Похоже на икеевскую. А дальше ванна. Душевая кабинка здесь. Большое окно в ванной. Я здесь вам уже снимала, как птицы поют. Еще раз покажу вот такой вид. Есть все необходимые принадлежности. Фен, полотенце, мыло. Здесь такой вот красивый уголок с какими-то шампунями, что-то, ну, в общем, все на двоих. Пойдемте дальше. Место для багажа, который мы еще не разобрали. И здесь начинается кухня. И дальше гостиная. На кухне тоже есть все необходимое. Плита. Кофемашина, тостер, вот такой симпатичный холодильник небольшой. Здесь чай, сливки, кофе. Вот такая просторная гостиная с обеденным столом и зоной отдыха. Телевизор. Вам не показала. Мы уже несколько лет не смотрим телевизор, но нас он впечатлил своими размерами. И вот там за ширмой кровать, я не буду показывать. И есть еще вот такой шкаф для одежды, не очень большой, зеркальный. Там он стоит. Очень понравилось, что в этой комнате 4 окна. Будет много света, сейчас еще утро, поэтому искусственное освещение. И здесь даже есть пылесос, который висит на стене, видимо, чтобы места не занимать. Send me honest.